Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 23-е упражнение. Нужно прочитать текст, ответить на вопрос, с какой целью автор поделился с читателями своими мыслями о меде, озаглавить текст, составить план и устно пересказать текст. Давайте с вами озаглавим текст «Мед из тундры» и составим его план. Первое. Мед, привезенный из Заполярья. Второе. Многообразие цветов Заполярья. Третье. Пчелы навстречу меду. Четвертое. Вещи, соединяющие в себе природу и человека древним союзом. Давайте ответим на вопрос, с какой целью автор поделился с читателями своими мыслями о меде. С целью рассказать и объяснить, что в природе есть вещи, которые соединяют человека и природу древним союзом. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.